День открытия 25-го съезда КПСС уже вошел в историю. Село Янгулово Балтасинского района Татарии. Центральная усадьба колхоза Йоңа-Тормош. Как и обычно, вторник, 24 февраля, был рабочим днем. Только вот работали с удвоенной энергией. Цех трансмиссии отделения сельхозтехники выполнил дневное задание на 120%. Из колхозной мастерской вышли два отремонтированных, готовых посевной трактора. В правлении у телевизора собрались колхозники, принаряженные, как на праздник. Да, это и был праздничный, радостный день. Партия намечала новые рубежи, планировала дальнейшее повышение благосостояния советского народа. И, конечно, с особенным чувством следили за работой съезда в семье Наиля Фатыхова, знатного механизатора, делегата съезда.